Лето 2011 специализированная выставка с таким названием развернула в первые майские дни свою деятельность в областном экспоцентре. Сотни амичей познакомились с предложениями индустрии туризма, отдыха и лечения. Участниками экспозиции стали около 100 организаций, готовых обеспечить информацией о десятках интересных туров по Омску, России и за рубежом, детском, молодежном и оздоровительном отдыхе. Выставка «Лето-2011» представила отдельную экспозицию, посвященную детскому отдыху. В выставочном павильоне была развернута модель действующего палаточного лагеря, где команда опытных вожатых познакомилась с жизнью на природе в палатках, песнями под гитару у костра. Также посетители могли узнать, как стать настоящим скалолазом, а для самых маленьких работала детская площадка с горками, лесенками и домиками. Большое внимание в Омской области уделяется именно детскому оздоровительному отдыху. В 2011 году на финансирование этой кампании из всех источников предусмотрено почти 550 миллионов рублей. Он посвящен году ребенка в Омской области. И мы думаем, вот именно вот этот флаг, именно настроен на ребенка, на его здоровье, на его отдых, на гармоническое развитие, позволит нам успешно пройти этот оздоровительный сезон. Я думаю, что тот передовой опыт, который в течение трех дней будет здесь рассматриваться, он будет внедряться во всех наших формах оздоровления. Люди должны видеть, кто представляет ресурс, который помогает оздоравливать детей, во-первых. Все это можно посмотреть, узнать цену, какие услуги мы предлагаем, определиться, куда может ребенок ваш поехать. Выставка-ярмарка дала возможность потребителям санаторно-курортных и туристических услуг получить консультации и приобрести путевки непосредственно у организации. А участникам – возможность презентовать свои услуги, провести деловые переговоры. Каждый найдет для себя что-то свое на этой выставке. Будем надеяться. Мы будем надеяться на дальнейшее развитие всей туристической индустрии. Планирование летнего отдыха – занятие очень приятное. А благодаря выставке «Лето-2011» для жителей Омской области оно стало еще и познавательным, интересным, продуктивным.